Канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. Алена Бабенко – заслуженная российская актриса. Ее талантом восхищаются миллионы зрителей. Хрупкая и одновременно сильная по жизни женщина, которая всегда с улыбкой преодолевает жизненные трудности. Как неоднократно утверждала Елена, все в ее жизни – полная случайность. В детстве она и понятия не имела, что судьба соединит ее с актерским искусством. Она всегда хотела стать балериной, но когда пришлось поступать, актриса пошла на факультет кибернетики и прикладной математики. Но надолго там она не задержалась. Почти сразу после поступления она познакомилась со своим первым мужем и по совместительству режиссером Виталием Бабенко, который предложил ей поехать с ним в столицу. Елена сразу же согласилась, и после переезда в Москву через месяц они поженились, а через год у них появился сын. Елена долгое время была домохозяйкой, но один обычный день изменил все. В гости к ее мужу пришел один из ведущих в то время актеров, который и предложил ей вступить в театральный вуз и попробовать себя в роли актрисы. Сначала она рассмеялась, но все-таки согласилась. С того момента вся ее жизнь изменилась. С домохозяйки она стала одной из лучших актрис российского кинематографа. Ей предлагали главные роли в различных фильмах, она часто играла на сцене театра. Популярность шла в гору, а семейное счастье вниз. Из-за нехватки времени и недоразумений Елена развелась со своим мужем. После развода долгое время она была одинока и всю себя посвятила кино. В 2010 году на своем пути Елена Бабенко встретила спортсмена Эдуарда Субоча. Мужчина с первого взгляда покорил сердце девушки, а через год они сыграли свадьбу. Как неоднократно утверждала сама актриса, она наконец-то встретила настоящего мужчину. С того времени пара неразлучна. И несмотря на плотные графики обоих, они всегда находит время побыть вместе. Елена Бабенко сейчас активно снимается в кино и занимается семьей, а на публике ее часто можно увидеть в сопровождении ее любимого супруга. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также